это человек Креймер. Посмотри на меня. Запомни. Все будет хорошо, поняла? Верь мне. Мистер Крейн, это он звонит. Как бы нам поговорить с глазу на глаз? И это все? Прошу за мной. Садитесь. Шевелиться не советую. На твоем месте я бы послушался. Зачем охрана, оружие, если человек сидит на фунте взрывчатки? И как же ты меня нашел? А как же привет, рад тебя видеть. Впрочем, ты всегда переходил сразу к делу. Как я тебя нашел? Ну, ты как никто другой должен знать. В наше время секретов нет. Ведь есть такие замечательные средства, как распознавание лиц, спутниковое слежение. Я дам тебе то, чего не давал никому. Шанс уйти живым. Отдай мне девушку и убирайся. Я вижу, с годами ты отрастил чувство юмора. Но как бы там ни было, нет. Ты мне нужен. Ты лучший. Открой. Мне нужно, чтобы ты ликвидировал троих. Это первый. Его имя Крилл. Массовые убийства, милитаризм. Кроме того, он крупнейший поставщик оружия в Африке. Сейчас он в тюрьме Кедах, Малайзии. Заключение – гарантия его безопасности. Туда невозможно пробраться его врагам. А это что? Это проглоти после убийства. Иначе топливный элемент разрушится, и мы тебя не найдем. Где Джин? Убери этих троих, Артур. И девчонка твоя. Даже если ты ее не любишь, ты ведь ей должен, да? Ведь она в этом дерьме из-за тебя. Как я узнаю, что она жива? Она будет звонить после первых двух. Когда уберешь третьего, я сообщу, где ее найти. Твоему слову можно верить? Господи, да нет, конечно. Но у меня сильно развито чувство самосохранения. Я знаю, что обманув тебя, сам стану мишенью. Что ж, суть дела я тебе объяснил, остается... пожелать удачи. Бон шанс.